Вот поставил и не падает. А если ветер чуть качнул, все. А что? Не секрет, что Кисловодск находится в сейсмоопасной зоне. И землетрясение 2-3 балла, которое народ якобы даже не чувствует. Здесь говорят, даже в пределах нормы. Да. Смотри, вся эта точка находится хуже. И переворачивает мир. Да. Как она ищет? Где-то эта точка есть. Не падает, ладно, не сыпется. А сколько сутки простояли. Ну, интересно. Вон, видите, камень вон тот. Чего? Он треснул у основания. Ага. Вон он. Ну да, да, да. Но стоять статуя не перестала. Да. Поливает воду и ветер сейчас дует. Ветер дует, не дует. А если сильный ветер, то пойдет. Прыгает, шагает, как это оно держится, не понятно. Это его ноу-хау. А? Это его ноу-хау. Ноу-хау, да?